Древний обрядовый праздник Алхалалалай прошел на Камчатке. Он завершился новым рекордом. Традиционный танцевальный марафон, прошедший в рамках праздника, длился 16 часов 50 минут. Всего торжественное мероприятие собрало более 200 человек со всего края. Об этом рассказали в Министерстве культуры. В программе национального праздника было еще множество конкурсов и мастер-классов, которые тесно переплетаются с традиционной деятельностью тельменов, рыболовством, охотой и собирательством. Напомним, что обрядовый праздник Алхалалалай – это главный праздник тельменов, на котором коренные жители Камчатки благодарят природу за дары. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram.